перешли на плановый режим. Так ситуацию с мусором в Кирове сегодня описал замгендиректора КУПРИД Эдуард Михалев. С его слов, ежедневно на линии работает 28 мусоровозов, вывозится больше 300 тонн отходов. Штат КУПРИДа расширили, правда, число новых сотрудников не уточняется. Случившееся в январе мусорный коллапс представитель рекоператора назвал, цитата, «некоторыми сложностями», а возникли они из-за пресловутого технического сбоя в программе. Сейчас все неучтенные мусорные площадки внесены на карту. Кроме того, жители вправе потребовать перерасчет платы за несвоевременный вывоз отходов, отметил представитель КУПРИД. Правда, не все кировчане разделяют оптимизма замгендиректора. По поводу режима ЧС, он был с 1 января. Но 1 февраля я вам уже сказал, что мы в плановый режим вошли, соответственно, его уже нет. Плановый режим, если проще, то... когда это незаметно для жителей, и работа происходит так, как она должна происходить.